Фабрика «Свинчоневый стажелес» уже более 130 лет занимается производством натуральных травяных чаев. Это одна из самых старых фабрик не только в Прибалтике, но и в Европе. Сильная команда ученых и квалифицированных специалистов создает здесь уникальную продукцию наивысшего качества. Мы стремимся, чтобы традиции и богатство природы были доступны каждому. Поэтому мы тщательно следим за качеством нашей продукции на всех стадиях производства. Мы работаем в соответствии с сертификатами GMP, ISO 22000, Halal и не используем никаких искусственных добавок и усилителей вкуса, только натуральные ингредиенты. Фабрика находится в очень богатом различными природными компонентами регионе, поэтому ассортимент очень широкий. Чаи для укрепления иммунитета, профилактические детские чаи. Мы не стоим на месте, постоянно смотрим в будущее и развиваемся. В линейке наших продуктов не только чаи на каждый день и травяные лекарственные чаи, но и другие продукты. Косметическая линия на травах, натуральные коктейли, специальные продукты для диабетиков. Все изготовлено исключительно из натуральных природных ингредиентов. Сейчас мы выпускаем лимитированную партию нового чая «Завтрак с президентом» специально для уникального мероприятия компании Vision. Это отборный улун с добавлением апельсиновой седры и марокканских пряностей, обладающий не только тонким изысканным вкусом, но и положительно влияющим на организм человека. Фабрика «Свинчоневый стажелес» использует вековые традиции, которые ценятся не только в Литве и Балтийском регионе. Мы поставляем продукцию по всему миру. Большинство стран Европы, Россию, США, Алжир, Японию и даже Австралию. Фабрика «Свинчоневый стажелес» – это качество, проверено временем.